может стать обладателем трофея. Да, в зависимости от того, как пройдут другие матчи, мы действительно можем сегодня узнать имя чемпиона. Мяч покинул пределы поля. Завершается последняя игра сезона для этой команды, и пока для них все складывается успешно. Они уверенно идут к чемпионству. Игроки проводят самый главный и ответственный матч сезона. Им скорее хочется услышать финальный свисток и начать праздновать. Пока неплохо. Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Этот навес становится легкой добычей защиты. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Душсантуш Авейру. И это удар! Ударище просто! Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Это может быть опасно. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Ушел мяч. Аут. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Может получиться интересная атака. Как Шнедерле. Штанга! Не хватило сантиметров. Душсантуш Авейру. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Это может быть опасно. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Харри Кейн. Мемфис Депай. Морган Шнайдерлин. Шнайдерлин. Мемфис Депай. Манчестер Юнайтед атакует. Он с мячом и продолжает накручивать одного. Душсантуш Авейру. Угловой будет подавать команда, пока счет равный. Ушел мяч за боковую, Манчестер Юнайтед вбрасывает. Душсантуш Авейру. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Нужно забивать его. Мяч в воротах, они вышли вперед. Этот гол не меняет ситуацию кардинально, но лишним он не будет. Он усиливает позиции команды. Если матч так и закончится, они чемпионы. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Манчестер в атаке. Забивать нужно! Что творится? Они забивают один за другим. Они забили, и этот гол еще больше приближает их к цели. Да, скорее всего, этот гол решает все вопросы о чемпионстве в этом сезоне. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Это может быть опасная атака. И мяч в руках у голкипера. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Штрафной в исполнении футболистов Манчестер Юнайтед.
Посмотрим за этой атакой. Момент! Судья решил добавить 3 минуты. Манчестер идет вперед. Момент для удара. И 2-0. Начался второй тайм, и после первого МЮ выигрывает. Душ Сантуш Авейн. Судьба матча по-прежнему в их руках. Им необходимо побеждать, и тогда они завоюют трофей. Соперник наверняка постарается этому помешать. Офсайд, пусть и микроскопический, но правило есть правило. Шнедерле. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Марко Верратти. Пока неплохо. Душ Сантуш Авейн. Вот это удар! И он забивает! Они забили, и дела у них идут все лучше. Да, теперь они почти наверняка станут чемпионами. 3-0 – это уже серьезно. Может получиться интересная атака. Может Манчестер игру продолжать. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Желтая карточка игроку Манчестер Юнайтед. Да, очень верно разобрался арбитр в этой ситуации. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тем временем соперник перехватывает мяч. Погба. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Тренер домашней команды сейчас произведет замену. Игрок уже хорошенько размялся и готов выйти на поле. Вольшайн. Манчестер Юнайтед будет сбрасывать из-за боковой. Погба. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Из-за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Мемфис Депай. Это может быть опасно. Забивать нужно! Простил, откровенно простил сейчас игрок команду соперника. Но нельзя, нельзя разбрасываться такими моментами. Уж сколько раз твердили миру: не забиваешь ты, забивают тебе. Давайте посмотрим, работает ли сегодня это правило. Манчестер Юнайтед атакует. Хорошая передача. Бьет он головой. От головы в ворота. Класс! Они забили гол, и теперь их позиция в таблице упрочилась. Теперь уже трудно представить, что титул от них ускользнет. Скорее всего, они чемпионы. Много еще играть. 10 минут. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей.
Манчестер в атаке. И удар должен последовать. И есть гол! Тренер угадал с замены. Так... Этот гол дарит им надежду, но нужно еще забивать. И в таком варианте развития событий нет ничего невозможного. В истории футбола бывали и более невероятные камбэки. Штрафной удар. Не стали тратить время игроки на подготовку штрафного, быстро ввели мяч в игру. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Это может быть опасная атака. И мяч в руках голкипера. Душ Сантуш Авейру.